Привет! Я маленькая Вера. Давай поиграем. Вера, привет! Ты чего тут такая грустная сидишь? Представляешь, трактор, я всю неделю отращивала ногти. Хотела сделать маникюр, а мама мне не разрешает. Ой, а почему не разрешает? Говорит, что я слишком маленькая. На мои ногти нельзя наносить лак. Все понятно. Ну, наверное, она права. Ну ты это, не расстраивайся. Просто посиди здесь и подожди меня, хорошо? Ну ладно. Ха-ха. Вот ведь обрадуется сейчас. Ну наконец-то, я тебя уже заждалась. Ой, что это ты привез? А ты открой и посмотри. Я уверен, что тебе понравится. Ну ничего себе! Это же лаки для ногтей, блестки, наклейки. Трактор, но я тебе же только что сказала, что мне не разрешают красить ногти. Ты привез это, чтобы меня подразнить? Ну конечно же нет! Полистай блокнот и все поймешь. Ты что, серьезно? Где ты это взял? Да я вчера был в магазине, увидел этот блокнот и сразу понял, что тебе понравится. Ну ладно, не буду тебе мешать. Занимайся своими маникюрами. Ну что, ребята, давайте выберем дизайн для ногтей, который мы будем делать. Так, это не очень. О, вот этот мне нравится. Ну, не терпится сделать такой дизайн. Так, достаем розовый лак. Стразы и розовые блестки. Какие пузыречки! Похожи на настоящие, но очень маленькие. И кстати, этот лак пахнет как настоящий. Первым делом наносим лак. Не забываем макать кисточку в лак. Прокрашиваем каждый ноготок аккуратно. Стараюсь не заезжать за контур. Итак, наши ногти покрашены, а теперь нанесем блестки. Сдуваем лишние блестки. Ой, все блестки почти что сдулись. Наверное, потому что уже лак высох. Ну ничего, мы украсим маникюр наклейками. Они все такие красивые, но мне больше нравятся вот эти, потому что они похожи на медуз. О, красота-то какая получается. Клеим еще две наклейки. Один и два. Посмотрите, ребят, какой классный маникюр у нас получился. Для первого раза неплохо. Вера, а загляни-ка в кузов. Там для тебя еще кое-что есть. О, еще один блокнот с нарядами. Не терпится посмотреть, что там внутри. О, здесь есть цветные карандаши, трафарет и наклейки. Класс! Дайте-ка я угадаю, дальше есть модель, которую мы будем одевать. О, какие красивые образцы ткани! Их можно нарисовать карандашами. А это примеры одежды, которые можно нарисовать. О, смотрите, сколько обуви! Ха, а вот и модель. Я хочу нарядить эту модель с помощью наклеек, потому что я еще не очень хорошо рисую. О, кажется, здесь нет ни штанов, ни футболок. Придется, кажется, рисовать их. Итак, берем карандаши и трафарет. Накладываем трафарет на нашу модель. И начинаем рисовать. Прорисуем детали.
Осталось только покрасить наши джинсы. Теперь будем рисовать футболку. Она у нас будет красная. Посмотрите, какая красотка. Наденем на нее аксессуары. Надеваем на нее розовые ботинки. На футболку наклеим ей тигра. Последний штрих – сумочка. Посмотрите, ребята, какие у нас классные дизайны получились. Ногти и одежда. Тебе понравились эти блокнотики? Попробуй сделать свой собственный дизайн. Переходи по ссылке на магазин, которую найдешь под видео. Малыш, если тебе понравилось, то нажимай на экран и смотри дальше. Пока-пока!